Сейчас в Google Play можно легко найти не один десяток интересных и динамичных аркадных 2D-беголов, в которых разработчики предлагают пользователям принять участие в практически бесконечном забеге, но почти ни в одной из этих игр нету мультиплеера. Такое положение вещей решили отправить разработчики игры под названием Running Crowd. На первый взгляд, эта бегалка практически ничем не выделяется на фоне своих собратьев, однако как только вы начнете играть, все станет понятно. Сразу хочу сказать, что вы можете отправиться в забег и самостоятельно, но поверьте, с другими игроками это делать намного интереснее. Для начала группового забега вам нужно просто подключить устройство к интернету. Дальше приложение самостоятельно найдет соперников и перенесет вас на трассу. Приятной особенностью является время ожидания, а если точнее, то его отсутствие. Что касается самой трассы, то она выполнена очень просто. По большому счету, это небольшие островки с разными промежутками между ними. Небольшим минусом этой бегалки стало отсутствие бонусов, которые могли бы очень сильно разнообразить игровой процесс. Скачать эту бегалку можно в Google Play совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.